Названы лучшие российские сериалы 2017 года. Привет, дорогие мои, с вами Эй. В пятерке наиболее удачно исполненных и снятых оказались проекты крупнейших отечественных телеканалов. Российские кино и телекритики составили список наиболее понравившихся им многосерийных кинокартин, выпущенных в 2017 году. Итак, пятое место занял второй сезон «Ольги». Четвертое место занял сериал «Анна Каренина». Замыкает тройку лидеров многосерийная кинокартина «Хождение по мукам» режиссера Константина Худякова. По мнению проголосовавших экспертов, здесь видна профессиональная работа съемочной группы и талантливых актеров, которым удалось передать реалии романа Алексея Толстого. На втором месте оказался сериал «Троицкий» режиссеров Александра Котта и Константина Стацкого. Ему отдали предпочтение 5 кинокритиков. Они отметили блистательную игру Константина Хабенского и Евгения Стычкина, а также интересные режиссерские постановочные решения. По мнению большинства экспертов, лучшим в уходящем году стал телесериал «Оптимисты» режиссера Алексея Попогребского. Ему отдали первое место 8 человек из 9 опрошенных, назвав его стильным и скрупулезно исполненным. Так что, мои дорогие любители сериалов, можете начать просмотр. Друзья, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, приходит ли вам оповещение. Того, кто откликнется, обязательно поблагодарим на следующей передаче. Пишите свои пожелания, какую передачу вы хотели бы увидеть. Мы внимательно читаем все ваши комментарии. Спасибо за просмотр и до встречи!